Пять молодых, интересных, свободных девушек выбирают себе парней. Напротив героинь расположена сцена с занавесом. Он опускается всего одну минуту. За это время герой должен заинтересовать собой девушек. Если он понравится одной из них, она остановит занавес. Но если парень зацепит сразу несколько девушек, то тогда уже он будет делать свой выбор. Давайте познакомимся с нашими героинями. Аня, 21 год, студентка, любит фотосессии, подралась с соседкой в лифте. Обыграй меня в мафию. Полина, 21 год, студентка, любит детские спектакли, ходила на свидание с девушкой. Ищу того, кто полюбит мою линяющую кошку. Даша, 18 лет, студентка, любит кикбоксинг, однажды упала лицом в торт. Ищу того, кто не боится секса в общественных местах. Ксюша, 23 года, бездельница, любит ходить на руках. Устроила вечеринку в читальном зале библиотеки. Хочу слегка адекватного. Настя, 22 года, пиар-менеджер, любит баскетбол. Занималась оральным сексом в клубе. Ищу клабера для серьезных разговоров. Здорово, девчонки, меня зовут Женя, вообще диджей, пишу музыку именно в этой сфере, то есть, ну, диджей, МС, музыкой занимаюсь именно 5 лет уже, то есть пишу электрохаус, флон, ну, такие стили более современные, то есть. Потом вообще такой человек на мальца неадекватный, то есть я могу, что в голову взбредет, то и сделать, в принципе, ну, не скучный, короче. Скажи мне... О своих сексуальных предпочтениях. Любишь ли ты, например, доминирование? Да. Да? Экзотику, что-то новое постоянно. Ну, что-то есть. Вообще, по жизни, как бы, однообразность какую-то вообще ненавижу. А вот если я не люблю клубы, вообще вот эту, к этой клубной жизни, к диджеям, ну, как-то вот я ровно отношусь, да, мне легче дома посидеть с подружками, там, вот как ты тогда к таким девушкам относишься? Вполне адекватно, то есть нормально все. Ну, единственное, что как я могу, ну, то есть работать диджеем, это постоянно по ночам. То есть я днем, блин, ну, желательно вообще поспать просто, а то потом ужасно. Вот, прикинь, глаза убитые, вот это все, да, и просто вот так овощ такой. Неадекватность, экзотика, в чем проявляется, собственно, вот это все? Ну, в принципе, в поведении, но в рамках разумного. То есть, допустим... Ты ходишь по Москве в скафандре? Могу. А ты спорт любишь? Вообще увлекаешься? Раньше занимался тайским боксом, 3 года занимался, и штангой, короче, ну, тяжелой атлетикой. Но сейчас уже середина 2005-го, с начала 2006-го не занимаюсь. Я решила, что у нас много совпадений, поэтому если ты выберешь меня, то я бы хотела с тобой пойти на свидание. Как бы можно, ну, даже не говорить. Класс. Правда, меня пригорит, что ли? Довольно-таки деятельный и симпатичный, и все бы ничего, но ничего конкретного я не услышала. У меня были, конечно, несколько к нему вопросов, но задавать их нет смысла, потому что понятно, что это довольно-таки ветреный человек. Конечно, хорошо бы, если бы у них что-то получилось, но я не думаю, что это надолго. На самом деле впечатление отвратительное, она его на голову выше. Наверное, придется покупать ей стульчик. И шире. Ему вернее, да? И шире. Да. Может быть, как Зверев на платформе. Я боюсь, что ужасно. Даже платформой там не обойдешься, потому что она и шире, и выше, и вообще как бы она доминирует рядом с ним. То есть мальчик просто теряется, хотя мамочка и сыночек. Мальчик пришел сюда найти девочку под... Так как Настя предложила ему, сразу же стала спрашивать такие вопросы про доминирование, про вот это вот все, сразу же он, естественно, у него там... Еще голова пошла. Его так, да, страстно. Ну что еще, парни, надо? Все, мы тут просто отдыхаем с вами, такие невинные овечки, все. Да, девочки, вы, по-моему, просто должны отдыхать, потому что диджей, ночной тусовщик, не выбрал вас серых мышек. Поэтому сидите и ждите своего крокодила Гену. Лариса, 18 лет, студентка, любит танцевать, постоянно подвергается зависти со стороны подруг. Ищу взрывного тусовщика. Пустышки. В моде сейчас умные девушки. Привет, меня зовут Александр, мне 21 год. Я обладаю техникой,
соблазнение девушки за 10 секунд. Но я покажу это только той девушке, которая меня выберет. Хочу сказать о себе, что я студент. Молодой, горячий, веселый, перспективный. Студент же, правильно? У тебя очень хорошая улыбка, красивая. Спасибо. И я бы с удовольствием с тобой пошла на свидание сегодня. Тебя не смущает, если, допустим, девушка будет тебя старше? Нет, абсолютно. Мне, наоборот, нравятся девушки, которые меня старше, потому что я могу перенять у них какой-то опыт, который понадобится мне в дальнейшем. Ты изначально предполагаешь, что пройдешь какие-то курсы обучения, что ли? Нет, я не предполагаю, но полезные уроки для себя я учту. Ты хочешь мамочкой, что ли, поработать? Мамочка нет, но наставницей вполне могу. А чем ты занимаешься? У меня много увлечений. Основное увлечение – это, конечно, музыка, но она на втором плане после образования. Вот. Музыка – это мое хобби. Я, как сейчас можно говорить, диджей. Я играю в клубах. Ты сам по себе ревнивый? Я считаю, что ревность без основания, она не должна быть. Потому что если ты имеешь отношения с человеком, ты должен доверять ему. То есть, если девушка, допустим, твоя будет приходить к тебе в клуб, и пока ты будешь стоять за диджейским пультом, она будет тусоваться там вот... Нет, моя девушка будет со мной вместе стоять и играть. И все будут нас смотреть, и будем пара диджеев. Я такого пока не слышал, что-то новое, интересно. Я бы ей показал. Я буду коротка, ты обаяшка. Чертовски привлекательный мальчик, поэтому я очень хотела бы пойти с тобой на свидание. Я тебя послушала, мне все понравилось из сказанного тобой. Я думаю, что мы могли бы друг у друга чему-то научиться. Знаешь, я хочу пойти с тобой на свидание. Знаешь, мне, во-первых, очень нравится твоя улыбка. Очень цепляет. А во-вторых, я послушала, как ты говоришь на тему ревности, что девушка обязательно должна быть рядом с тобой. Меня это привлекает, и я хочу пойти с тобой на свидание. Девушки, вы все очень хорошие, с вами очень приятно общаться. И мне хотелось бы задать вам такой вопрос. Какой в ваших глазах должен быть настоящий мужчина? Мужчина должен быть безумный, такой же, как я, потому что у меня вообще иногда просто сносит крышу, просто по поводу и без. Лечиться, парень, да. Просто тебе тоже надо лечиться. Вот, и парень должен быть таким же. Вот, и он должен жечь, тоже быть веселым, просто с ним можно прийти в любую компанию и зажигать. Мой мужик должен быть таким, как ты, потому что ты мне очень нравишься. Вот, и я надеюсь, что я найду в тебе такие качества, как чувство юмора отменное, надеюсь, все-таки. Плюс ко всему, надеюсь, ты не жадина, потому что жадин я вообще терпеть не могу. Вот, вообще, надеюсь, что ты соответствуешь идеалу мужчины, любой женщины. Мой мужчина должен быть со мной на одной волне, а там, в принципе, можно... Разберемся. Я бы хотела, чтобы мой мужчина был сексуальным и в постели просто был мустангом таким. Я бы выбрал каждую из вас, но я должен выбрать только одну. И я выбираю Аню. Пока, неудачница. Я совершил роковую ошибку, потому что молодой человек просто замечательный, по всем параметрам мне подходящий, но, видимо, в силу своего тугодумия, жаль, что я, видимо, не блондинка, я не выбрала, не использовала свою возможность, а молодой человек так хотел меня выбрать. Мальчик понравился, симпатяшка, обаяшка, весь такой вот плюшевый, хочется его за щечки подергать, там, потрогать за попку, вот. Но как бы выбрал он не меня, это меня очень-очень-очень-очень-очень огорчает. Но что я могу сказать? Надеюсь, то, что она не потеряется на его фоне, потому что девочка, в принципе, не айс. Вообще не в восторге. Хотела бы, чтобы мальчик выбрал меня, но пролетело, но бывает. Значит, он тебя должен выбрать. Хотела бы. Мечтать. В общем-то, ладно. Меня сейчас как кирпичом по голове ударили. Я не ожидала, что выберут эту девочку. Корону с головы сними изначально. Вот. Тебе отдать? За что ее выбирать? Туфельки зелененькие. Может быть, по этому принципу. Я не пойму, каким принципом он руководствовал, когда выбирал девушек. Я думаю, что он должен был выбрать меня. Потому что я здесь самая лучшая. Вне зависимости от того, что здесь курицы, какие кудахчут.
Маша, 20 лет, студентка, любит испанский язык. Переодевалась в мужскую одежду и ходила в гей-клуб. Ищу парня, с которым не страшно проходить фейс-контроль. Я заберу единственного бога, ведь богам суждено быть только с афродитами. Здравствуйте. Добрый день, меня зовут Дмитрий, я учусь. Студент и люблю пробовать все новое. Сейчас я вам покажу легкий экспромт. Я ни разу не играл на батарее, но решил вот исполнить вам песню. Сейчас приход по ходу придумал. Провесил дел кузнечик, и мы его скурили. Ну, собственно, я вам скажу так. Я считаю, что в жизни надо попробовать все, но надо попробовать какие-то вещи гораздо больше. Кроме как на такого рода предметах ты играешь, на чем-нибудь более формальном? Ну, играл когда-то, играл раньше на фортепиано. Еще я занимаюсь различными видами спорта, например, скалолазанием и так далее. А какую девушку ты ищешь? Твой идеал девушки? Она не должна быть формальным собеседником. Ты должен с ней творить всякие безумства, там, то есть там, забраться на крышу, там, прыгнуть с парашюта, там, совершить то, что никогда бы сам бы в одиночку не совершил. Как бы ты провел свое первое свидание с девушкой, чтобы зацепить ее так, чтобы она стала твоей в будущем? Я бы отвел ее на крышу. На высокую крышу, где можно посмотреть на звезды. Да, я романтик. На звезды? Да. А на закат? Можно на закат, можно на звезды. Сначала на закат, потом на звезды. Я когда тебя увидела, ты мне очень внешне понравился. И смотрю, вроде даже с батареей на коленях. Но я просто знаю, что многие молодые люди действительно этим увлекаются и действительно играют. И такие своеобразные звуки извлекают из различных музыкальных инструментов. А это я даже не знаю, зачем ты пер сюда, вот, чтобы просто потренькать по ней ручкой. Ну, я тебе тогда, не знаю, получше, что собачий вальс могу тебя натренькать. Вот, ну, это все шутки шутками, конечно, но немножко... Подкачал ты с ответами, поэтому свободен. А мне очень понравился ответ про то, что ты бы смог с девушкой прыгнуть с парашютом. Я всегда хотела прыгнуть с парашютом. Думаю, стоит попробовать. Я хотела пойти с тобой на свидание. Пусть лежит. Удачи вам, девочки, с принцами с вашими. Королевишна наша немножко ошиблась, видимо, в выборе. Я вообще не понимаю, какого хрена переть сюда какую-то батарею, на ней брынчать что-то. И меня поразил ответ, как бы я провел первое свидание. Представляете, так я приперлась с ним на 25 этаж, да, закат. И он мне так, опа, без парашюта, ты будешь со мной встречаться? Блин, конечно, будут. Молодой человек, в принципе, это неплохой, и с консервативными взглядами, и вроде такой воспитанный, и выглядит он как святая девственница. Меня все-таки вот именно, наверное, и смутило то, что он вот как святая девственность выглядит. Поэтому нет. Я за них рада. Она, если его интеллектом не задавит, так просто задавит. И вообще, батарея будет им как и сын, и дочь, и все дела. Понимаешь, такое замечательное, милое трио. Будут там вдвоем сейчас вот он. Она ручку возьмет где-нибудь, и будут они втроем сидят, куднесят. Сначала я думала, что у меня проблемы со слухом, когда я не слышала девушку. Но когда вышел молодой человек, его я тоже не слышала. Думаю, им будет хорошо вместе понимать друг друга. Алина, 18 лет, студентка, увлекается вокалом, испытывает терпение парней. Ищу глазастого головастика, умеющего танцевать. Эй, лягушки, я царевна. Девчонки, привет, меня зовут Михаил. Значит, сейчас я хочу вам прочитать рэп. Кто из вас любит рэп, значит, для тех я хочу прочитать рэп. А кто не любит, тоже вам прочитаю. Приготовьтесь. Когда аппарат планет сбивает с толку астрономов, когда Земля сдается физическим законам и разбавляет воздух пустой собачий гонор, рождается одна, одна из миллионов. Спутница успеха, узница пороков, муза для поэта, сука для подонков. Смесь огня и пороха, взгляд ее оружия, зажигает чудакам ночи недоступные, без имени, без адреса, как девушка из сна. И сразу не поверишь так в ее существование, но чувство обладания
недосягаемой мечты пылает тоским пламенем в моей груди. Как ты относишься к тому, что девушка ставит на первое место карьеру, а на второе уже отношения и семью? Я считаю, что карьера тоже должна быть у девушки. И я бы, если бы был парнем той девушки, которая ставит карьеру на первое место, я бы ее всячески поддержал. Ты мне очень нравишься, я просто обожаю рэп и все, что связано с хип-хопом, танцы, пение, поэтому я хочу пойти с тобой на свидание. Можешь рассказать род твоей деятельности какой вообще? Да, чем конечно. Да, я голубоглазый блондин. Я читаю рэп, я пишу музыку, я выступаю в московских клубах. Приехал сюда покорять Москву. Все. Какой у тебя рост? 1.72 м. Я хочу пойти с тобой на свидание. Отлично. Уже, значит, две девушки хотят пойти со мной на свидание. Yes! Да что спрашивать, по его глазам видно, что он с меня глаз не спускает. Ну, блин, конечно, ты так сидишь тут. Вот так вот сидишь. Как сижу? Как я сижу? Ну, вот так вот. Двумя своими высшими. Да, высшими образованиями. Может, тебе дать номер хирурга? Да? Я так и знала, что искусственный. Ты можешь потрогать. Фу, свое нет. Натуральное. Да. Симпатичный мальчик. Это главное. Ну, ты не против пойти в спортзал позаниматься спортом? Для меня это важно. Да, конечно. Я очень... Вот недавно, в принципе, думал пойти в спортзал, немного покачать мышцы, там банки, там все дела. Но почему-то больше предпочитаю пиво пить. Ты готов ради девушки отказаться от своих вредных привычек? Ради тебя готов, да. Именно ради меня или ради девушек? Нет, ради тебя только. Не хочу я тебя разочаровывать, я бы пошла с тобой на свидание. Не надо уже определяться, кто из вас, кто пойдет со мной на свидание. Я уже выбрал Машу. Девочки, принцев вы не дождетесь. Мы сходим в солярий, сходим в спортзал, и у нас будет замечательно. Я из него сделаю настоящего принца. Мне нравится то, что Маша ушла, потому что мне уже заложило одно ухо от слов негромких, редких, но все-таки уже заложило. То есть девушка давила на пафос, то есть как бы там главное, чтобы ты был накачанный, чтобы ты был загорел и все такое. Ну, то есть и мальчик тоже пипи, мими. Будем надеяться, что он будет греться в этих... даже не знаю, как это назвать. Кладезь знаний. Да. В одном и в другом высшем образовании. Это будет весьма забавная пара. Я искренне счастлива, что Мария покинула наши ряды. Просто она сама закомплексована немножко. Вот, поэтому я надеюсь, что он поможет ей и найти себя, и от комплексов избавиться. Я считаю, что вот Маша вот из вас, из всех, самый лучший для него вариант, но он для вас самый худший вариант. Он сам себя наказал. Он попал не в правильные руки сейчас. Его там где-то подкачают, в солярии поджарят, там где-то губки закачают. Я думаю, что он через день от нее сбежит сам. Я вот, если честно, сильно расстроилась, даже чуть ли не слезу пустила, потому что молодой человек мне действительно понравился, тем более он связан с рэпом, то, что я люблю. Но стереотип лишний раз подтверждает, что мужчинам нравятся вот такие вот, а я, к сожалению, или к счастью, не такая, поэтому ну и бог с ним. Как вот проходящий этап, ну ладно. Даша, 18 лет, студентка, любит спорт. Заняла 3-е место в гонках на верблюдах. Ищу своего героя. Девушки, не волнуйтесь, самый лучший парень все равно будет у меня. Вы все тут такие красивые. Меня зовут Вова. И я учусь в институте, работаю. Я люблю спорт. Хотел найти себе такую девушку, которая была бы красивой, умной, привлекательной, с которой бы мне было приятно общаться, приятно везде ходить. Мы бы с ней смеялись везде. Я не курю, не пью. Хороший мальчик такой, с иголочки. Ну давай, давай, в красном. Ты такая прекрасная. Ну вот, видишь. Вот ты положительный, ты не пьешь, не куришь там. Но мне хотелось бы вот узнать, вот же бывает, когда стресс накипело. Вот как ты снимаешь этот стресс? Конечно, я могу, не знаю... Пойти что-то поесть. Я люблю вкусно поесть, вот честно. Я ем вкусную еду, поэтому... То есть ты стресс снимаешь вкусной едой? Да, смотрю телевизор вечером, так что... Какие-нибудь комедии, я люблю фильмы, люблю смотреть кино. А вот если девушка отвязная попалась? Ну вот,
там бухает, курит, ну, значит, ведет пойду себя с ней плохо, матерится. Постараюсь сделать так, чтобы и девушке было комфортно со мной, и мне было приятно с ней. Всегда можно найти какое-то равновесие. Ты сказал, что ты любишь вкусно поесть. А вот, допустим, если бы мы с тобой пошли на свидание, какую бы кухню ты мне предложил? Ну, во-первых, я бы обязательно спросил бы, какая тебе нравится. И потом, конечно же, я бы пошел в какую-нибудь, которая нравится и мне тоже. На что ты способен ради девушки? Когда ты на самом деле любишь, когда тебе нравится девушка, то ты даже не думаешь о том, какие будут последствия или еще что-то. Тебе не придет в голову, там, что вот, потом мне будет плохо или еще что-нибудь там. Ты просто делаешь все и все, и не думаешь о том. Главное, чтобы ей было приятно. Вас не будет раздражать, если девушка будет целыми днями ходить по комнате, петь, завывать, какие-то голосом строить какие-то штучки? Я не буду устраивать из этого драму, но я обязательно спрошу у нее, ради чего она это делает. И если, например, это правда ей нужно, тогда можно потерпеть. Ты очень хороший, замечательный мальчик, но я рядом с тобой буду как дьяволица. И пьет, и курит, и матом ругается, и по клубам бегает. В общем, я не смогу составить тебе достойную пару, так что свободен. А я считаю, что наоборот, может быть, конечно, у меня нету и крыльев сзади, и я курю, пью я очень редко, и по клубам я особо тоже не хожу, только когда хочется. Мне кажется, что ты был бы моей противоположностью, поэтому, я думаю, нам будет о чем поговорить. Я хочу пойти с тобой на свидание. А я вот наоборот, тоже не пью, не курю, занимаюсь спортом, поэтому ты идеальный для меня. Поэтому я хочу пойти с тобой на свидание. Я не могу пока определиться с выбором, поэтому у меня общий один вопрос для вас обеих. Чем вы занимаетесь вообще? Кратко так. Просто, чтобы я знал хотя бы, что я выбираю. Я студентка, будущий прокурор, занимаюсь кикбоксингом, занимаюсь театральной студией, понемногу вокалом, танцами, довольно-таки творческий человек. Касаемо учебной части, я тоже студентка первого курса, учусь на логопеда, поэтому с речью я очень аккуратна. Да, и мне не помешало. Я выслушал девушек, я определился с выбором. Я думаю, что я выбираю Алину. Лохушки, сидите и дальше. Лучше моего парня вы все равно не найдете. Я расстроилась не столько даже, что у меня увели молодого человека, а кто у меня увел молодого человека. То есть, конечно, это удар по лицу непростительный, потому что я не считаю, что она умнее меня, и красивее меня, и талантливее меня. То, что у нее больше понтов, чем у меня, ну, вот это, конечно, может быть. Мне непонятно, почему он ее выбрал. Расстроилась я только из-за этого, конечно. Молодой человек, правда, очень милый, очень хороший, но я думаю, что ничего серьезного у нас бы с ним не вышло. Ты вообще, парня, себя отпугиваешь, потому что ты настолько вот напором своим берешь, что, наверное, они от тебя бегут, как черти от ладана. Молодой человек, он, видишь, ищет себе хрупкую, бедную, несчастную, которая будет там петь, визжать на всю Ивановскую. Он, так скажем, будет развиваться благодаря этому. Хотя, возможно, просто ты для него великовата. Мне кажется, то, что он очень семейный мальчик, то, что и как бы не без маминого подтекста все это. То есть я не пью, не курю, за мамин на юбочку держусь, и вот на свидание вряд ли он с ней пойдет. Думаю, что Алина не дождется от него свидания, потому что, наверное, после 9 ему уже гулять нельзя, комендантский час. Хочешь стать героем программы и найти себе пару? Или оказаться в кресле героини и пойти на самое яркое свидание в жизни? Звони, пиши, приходи на кастинг.